Всем привет, с вами Камикадзе, и сегодня продолжим играть в игру Майнкрафт. В прошлой части мы занимались Таункрафтом. Вот, все, что у нас уже есть. Вот так это вот. Вот дофига чего изучили. И вот эту вот офигенную штуку. Штукенцию такую. Но нам понадобится 500 виз, так что мы ее не сможем сделать. И сегодня продолжим начать также Таункрафт. Я начал, точнее, делать некоторые исследования. Вот. Всего лишь там по чуть-чуть начал делать. Ну и давайте сейчас продолжим. Будем прокликивать вот. Допустим, песок душ сейчас по всему, что у нас есть. Ага, вот тут он прокатывает. Значит, кликаем. Офигеть. Так, закликали все. Теперь нам этот песок душ не понадобится. Идем, значит, далее. Возьмем землю с булыжника. Мало ли. Съем мирор, зеркало наш. И навряд ли. Да, да. Идем дальше. Аркан Беролсен. Тоже не надо. Брейн Инджар. Тоже не надо. Идем далее. Зеркало. Не надо. Беролсен. Не надо. Не надо. Идем далее. Складываем это все сюда. Берем. Взяли бы, если бы было бы. Вот так, значит, скрафтим. Скрафтим мы эти рычаги. Вот так. И попробуем что-нибудь. Да. На белосах прокатило. На зеркалах нет. На мозгах в банке тоже нет. Значит, где наши белоусы? Так, и значит, сюда надо инструменты. А инструменты, которые у нас есть, это алмазная лопата. И все. Значит, ее изучим сейчас. Так, может, у нас тут что-нибудь есть? Это инструменты вообще? Нет, это оружие. Потратим тогда чуть-чуть алмазов. Скрафтим палки. Вот так. И алмазы. Ладно. Так. Изучаем. Изучаем. Все. Надо же лопату целело. Белоса, как я говорил, в прошлой части это ускоритель для адской печи. Печка нам не нужна, адская, так как у нас есть. Вот эта печка. И к ней приставьте, вот она и так быстрая. Если мы прицепим к ней еще белос, то она будет капец какая быстрая. Это офигенно. Так. Magic Mirror. Окей. Сюда, возможно, нужны алмазы. Потому что это же стекло, как бы, зеркало. Да? И, по-моему, если я не ошибаюсь, сюда нужны жемчуги и опы всякие. Так, мы продолжаем. Я доизучал это исследование, как бы, изучение Magic Mirror. Mirror Magic. Вот, все, что мне понадобилось. Я потратил последние изумруды. У нас больше нет изумрудов. Вы можете видеть здесь только части изумрудов. Вот такие вот. И все. Значит, идем далее. Мозги в банке. Нужен такой аспект, который есть в мозгах зомби, но я ни одного не видел Angry Zombie. То есть, я не знаю, где такой аспект брать. Сейчас тупо будем лазить и искать. Возможно, что что-нибудь тут найдем такое, с таким аспектом. О, аспект души. Круто. Мотус. Так. Семечки. Так. И здесь, как я понимаю, нет такого аспекта. Значит, попробуем поискать еще. Там такой аспект с мозгами связанный. Я уже точно не помню, что это такое. Ну, надо поискать, вообще здесь есть мозги. Да, есть мозги. И без понятия. Ну, кстати, показывает. Вот какой аспект нам нужен. Вот такой вот красный. Звезда красная. Вот такая нам нужна. Вот и сейчас будем искать. Красная звезда. Вот, шел.
Вот. Что тут делать из этой фигни Скайберри? Да ничего. Значит, сюда и потратим. Вот, вот он этот аспект. Ой, может что-нибудь еще... Есть. Короче, то, что это был в аду, тут можно использовать, походу. Опять звук у нас пропал. Я думаю, мы проживем без звука. Не такая уж это большая потеря. Пережить это можно. Давайте дальше изучать Таймкрафт. Я больше, у меня семян не хватит. По-моему, так оно и есть. Окей. Что у нас еще есть с обменом? С обменом у нас... Да вроде бы ничего нет. Да. Краш, да? Окей. Вернемся прямо через некоторые моменты. Некоторое время. Итак, мы продолжаем. В этот раз был чистый краш. Чисто закрашился в Майнкрафт. Что очень печально. Давайте поищем дальше этот аспект. Возможно, что мы его где-то найдем. Если же нам не придется идти в этот ад. Скорее всего, придется идти в ад. Так как этот аспект я вообще не могу нигде найти. Да здесь он нигде не будет. Да. Придется идти в ад. Искать вот такие вот такие фиговины. Скайберри. А нет. Вообще обмен нужен. Тупица. Я. Где мои ножницы? Знаете. Странно здесь ножницы. Такими ногтями постричь. Ай. Ладно, бежим. На поиски приключений. На задницу. Ну, вообще мы идем за пшеницей. Так. Значит, так. 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 Так, так, так. А, у нас уже 3 пшенички набралось. Это просто капец. А изумруды, если искать, то только в данжах надо. Надо будет в скором времени идти в данж, зачищать в данжи. Давно мы в данже, по-моему, не были. Так. Значит, у нас 4 семечки есть. Этого мало. Точно. Можно будет крафтить големов и сделать автоферму с пшеничкой. Да, это будет круто. Так. Продолжаем, значит, искать эту пшеницу. Собираем. 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 Зомби. Сдохни, зомби. Так. Собираем. 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 Метеорит. Это была не звезда, это, по-моему, метеорит опять. Или звезда, не знаю. Наверное, упало возле сервера. Потому что сервер как тоже за человека считается. Возле сервера тоже падают звезды всякие метеориты. Кстати, я посмотрел с этот со сервера, там в округе это ужас просто. Все в метеоритах. Офигеть просто. Ладно. Курятина. Как раз таки нужна. Так, метка есть, отлично. Интересно, что будет? Вау! Ну-ка. Вау! Офигенные кроссовки. Надо будет зачарить на защиту какую-нибудь, а то их я никак не починю, да и защиты от них почти никакой нету. Вот это нежданчик. Сходим? Сходим. Изумруды нужны. Или если мы здесь еще не были. Я тут почувствую, что мы здесь были. Надо проверить сейчас. Здесь никто не спавнится, мы здесь были. Не, здесь делать вообще нечего. Здесь даже по карте нет никаких вопросиков. Вопросики это неизвестные мобы, по-моему. А неизвестные мобы это всякие рыцари, которые когда убиваешь звук такой. Скелеты сушить. Чего творят этот зомби?
Опа. Убиваем его сейчас. Опа. Из него. Че не. Оп, я слышал рыцаря. Значит, тут еще не все вымерли. Вот одного я точно вижу. О, блин, я застрял. Окей, попробуем пройти сюда. Да ну и нафиг. Нам еще нужно пшеницу. Я тут за пшеницей шел. У нас только 6 пшеницы, этого очень мало. Давайте тут еще соберем. Вот мне тут бывает, вот каким-то образом вот так ломается земля. Даже булыжник ломает, вот если кто-нибудь смотрел там прошлую часть. Смотрите, булыжник ломается. Не улетает. Так, так, так. Цветочек сломал. Так, все наше. Потом уже 7 пшеницы. Надо бы 10 что ли набрать. Сейчас вот порядку неплохой какой-нибудь. Так. Где? Смотрите на золото. Да, это метеорит был. Офигеть. Мне никто не поверит. Офигеть. Это был метеорит. Что скажете, ножницы? Фиг там, да? Окей. Это был метеорит. Представляете, был метеорит. Я офигею. И... А, он же в зимнем биоме упал, значит он не тает. Просто такие метеориты тают, если они падают не в зимнем биоме. Не, это круто, что у нас есть такой метеорит. Кстати, можно сделать такую броньку, я не знаю, насколько она лучше, чем метеоритная или на наша крит... на райтовая. Ладно, соберем сейчас чуть-чуть. Будущее может пригодиться, сколько у нас ее уже, 18. Сейчас чуть-чуть заберем и пойдем отсюда. Но мне все равно никто не поверит, что я нашел. Просто тупо нашел такой метеорит. Окей. Еще вот этот два сломаем. И свалим. Да. Что падали бы отсюда? Не метеорит, а эти там. Изумруды всякие. Вот смотрите, как золото ломается. Круто. Так, а нам бы полянку вот эту вот только побольше. Так. Опа. Курятина. Курятина, стой. Это мне нужна для опытов. Курятина. Курятина было бы круто. Вау. Крипер, видишь шахту? Это босс. Так, ладно. Твой лучник, ты не босс. Никому ты не нужен. Крипер, ты босс, ты не босс. Давай, до свидания. Ой, какой дерзкий крипер. Все взрывает на своем пути. Ты босс? Ты не босс. А, ты босс? Ты не босс. Окей. Блин, не люблю я прыгать. Так. Идем, ищем пшеницу. Так, у нас ее уже 8. Так, 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 так. В принципе, можно будет посадить. У нас вроде бы есть дофигища косточек. Попробуйте поворачивать эту пшеницу. И у нас были семечки. 5 семечка выпало там. Я это видел. А, выбросим гнилую плоть. А, значит, что там у нас? Там руины. Тут у нас перышки. Перышки. Я ударяю, и та взмахивает крыльями. О, тоже нужно защищаться. О-о-о. Опа-на. Офигеть. Нифига. Вот это сейчас, наверное, слышали. Какой бум был. Офигеть. Свежатенько. Да, это обычный метеорит. В принципе. Этот нас сейчас будет обжигать. Да. Все, тебе знаю, метеорит. Свалим отсюда, он обычный метеорит, он вообще не нужен. Да походу за метеорит так подлагнуло. Капец. Слушай, и плагом будем гореть. Все.
Неужели? Оп-о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 п
Убьем курятинку. Заберем перышки. Говнюрышки. Умирай. Все, в принципе, можно валить домой. Хоум, телепорт. Так, мы дома. Надо сбросить блоки. Какой-то Андрюша в сети. Но это не тот Андрей. Так. Значит, у нас есть метеориты. Всякие. И вот эти вот семечки. Да. Я изучил Brain in Jar. Мозги в банке. Бур у нас до сих пор недоступен. Мозги в банке собирает опыт, короче, который находится около вас. Да. Значит, что у нас там? Давайте дальше подключаем что-нибудь. Advanced Stone Golem Worker. Улучшенный каменный голем. Единственное, что я знаю. Поберем камень. Съем. Да, он даже... Он же стон, он же каменный. Тебе что, взрыв нужен? Или как этот аспект называется, я не знаю. Окей. Не знаю, что ты передвигаешь, значит, нужен мотус. Окей. Мне как-то уже неохота изучать этих големов, так как они жрут мои изумруды. Жрут все, что у нас есть. Мне придется идти потом в данж, зачищать его. Ну, я в данж сегодня точно не пойду. Мне нужен обмен. Нужен чертов обмен. У меня даже ни одной семечки не осталось нормальной. Хотя... Есть одна идейка. Идейка. Так, и сделаем... Так вы не говорите, что я балбес какой-нибудь там. Просто я сделаю так и все. И все. Не надо там ничего комментировать, что-нибудь там бла-бла-бла и все такое. Да, я скрафтил. Что с этого такого? Ничего. Просто скрафтил. Вот так вот. Значит, берем. Берем. Берем силу. И идем на первое время. Если что, потом опять я похожу, побегаю по миру, поищу. Или же просто поищем изумруду. Так, все. И осталось еще совсем чуть-чуть. А, да, адванс уже улучшенный, значит, он умный голем. Значит, нам нужны всякие книги. И до изучаем его сейчас. А, мы уже изучили эти книги. Точно. Вот так. И рычаги. Рычаги у нас где-то были здесь. Здесь. Да, вот не рычаги. Изучаем всякие рычаги. Вот так вот. Офигеть, сколько надо рычагов. Изучаем все. Забрали. И изучаем. Да. Так, мы продолжаем. Изучаем. Опять какую-то фигню. Нет, не будем тратить пшеничку, засунуть это. Да, здесь опять нужен этот аспект. Clay Golem Worker. Я уже забыл, что он делает. Короткая моя память. Нужна книжка тебе? Нет, не нужны книжки. Тупой ты без мозгов. Значит, нам Clay Golem Worker. Блин. Я без понятия, что ему нужно. Да, Чуков тоже без понятия, как бы. Тебе броня же не нужна? Не. Ну и хорошо, значит. Если вот так, это вот так. И будем что-то изучать. Окей, это была бронька, значит, нам нужна какая-то бронь. Какая-то, допустим, это железный с алмазной. Кожаная тоже пойдет. Железная также пойдет. Думаю, нам этого всего хватит. И продолжим изучать. Клей Голем Воркер. Что же за голем-то такой? Так.
Это был старый Грегориум Уокер. Это уже другой голем, походу. Рычаги. Опять же, неизвестная теория. Да, изучаем эти всякие броньки. Advanced Galimancy. Это железный голем. Да. А, значит, нам для этого понадобится еще рычагов. Если был бы у нас булыжник, были бы и рычаги. А, значит, возьмем древесину. Кстати, у нас походу опять уже заканчивается. Когда она успевает. Нет, не будем ставить. Долбанный краш. Окей. Ладно, продолжим через некоторое время. Итак, мы продолжаем. Сейчас мы наберем булыжника. Потому что мы же такие бомжи, что у нас даже булыжника, обычного булыжника нету. Это же просто капец. Правда, мы в шахту не ходим уже давным-давно. Мы это дело бросили. Потому что мы сходили в данжи, мы как бы разбогатели. А как-то о булыжнике вообще и речи и не было. Что он нам как-то нужен. Так, по карте я вижу три неизвестных моба. Скорее всего, это три слизняка. Сейчас я их... Или же это летучие мышки. О, слушайте, это в шахте. Давайте-ка сходим к ним. Погостим. Значит, я почти под ними. Или над ними. В общем, они где-то здесь. Значит, так, 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 так. Там их нету. Значит, так, 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 так. И тут их нету. Если что, выпрыгнем. Какая-то руда. Ломаем ниже, ниже, ниже. Ниже, 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 ниже. Гоблинс. Все ясно с этими чудилами. Я их уже видел когда-то. Я вот боюсь нарваться на ихнего босса какого-нибудь там. Хотя... Чё же я парюсь? Чудила. Ват! Так, под нашим домом чудила такие бродят. Ох, что тварь какая. Что-то вместе еще. Надо спавнера кидать. Кто вообще выжил? Чудила. Так. О! Теперь у нас будет еда еще дома. Значит, так, наберем немного лазуритика. Вот почему вот такие вот факела не освещают никакую территорию? Хотя должны. Соберем руду, повесим дома. Железо. У нас, по-моему, железо заканчивается, если не ошибаюсь. Долбанные кроссовки, кстати, залезу. Так. О, да тут много железа. В принципе, пойдет пока что. Значит, что у нас там есть? Там у нас шахта с шардами. Так, у нас тут есть земляные шарды, которые нам больше пригодятся. Скоро я эту кирку заменю на жезл. Очень скоро. Так. 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 Так, у нас здесь, походу, 8 железа было. Неплохо. Здесь тоже есть железо. В принципе, пошахтерим чуть-чуть. Да и доизучаем. Так. Так, окей. У нас есть метка. Если что, телепортируемся. Забираем вот эту. В полете не получается. Окей, забираем вот так. И выбросим. Вот эту барлей. Не нужна она, по-моему. Не нравится она мне. И вот эту фигню тоже надо забрать. Так. Ломаем. Ломаем, булыжник лезет, лезет. Значит, все, можно валить отсюда. На хом пойдем сейчас.
Сейчас. О, офигеть, алмазы. Но они мне не влезут. Так что ну их нафиг, эти алмазы. Так, что у нас тут еще? Ага. Гоблин спавнер тут еще, вот тут что еще. Пожрать тут есть. Алмазы опять есть. Так, берем вот это, вот это. Опять же такие там алмазы, шарды. А, окей. Тупим. Не тупим. Значит, тупим. Как обычно. Так, там никого, ничего. Сливайся. Алмазы. Еще алмазы. Там алмазы, тут алмазы. Везде алмазы. Так, ладно, тут шарты лежат. Шарты труднодоступные. Ага. Я вижу, что эти твари вон там находятся. Понимаю, за лавой. А, чувачки, здравствуйте. Куда ухнуться? Она здесь дофига заспавнилась. А какого фига не отражают пули мои? Стендик-то есть, ну круто. Так, там что-то есть. Что там зависит? Они что-то как-то отражают удары. Некоторые или все, я не знаю. Ну, побыстрее нас сломать. Кто-то приближается ко мне. Так, быстренько ломаем. Жрачка. Что-то таких спавнеров я уже очень много нашел и находил. Почему-то их очень много уже развелось, этих всяких спавнеров. Ага. Капец, как интересно. Давайте пройдем. Часть будет очень долгая. Я посмотрел, она будет больше 30 минут. Не знаю, вернемся мы к Таймкрафту или нет, но, блин, мне интересно туда сходить. Я не знаю, она ниже или выше. О, мы ниже спустились, она стала более... Как более прогрузилась она. Что это такое? Сейчас глянем. Ну, блин. Я думал, тут что-то такое офигенное будет. А тут заброшенный шахт. Ну, это вообще не офигенно. Вон. Пауканы, отравлялки, отравляющие. Уроды такие странные. Я же вижу, где вы находитесь. Опа-на, а это что? Это, а, это поворот, наверное, какие-нибудь там. Сейчас сходим, сейчас все разведаем. Все, что сможем. Заберем всякие рудовыращивалки. Упс, упали. Окей. Что у нас тут-то? Что у нас тут-то? А у нас тут шахта. Не поверите. Я же кэп. А что у нас тут? Чё? Ой. Ай, надо сходить. Ай-на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 -
Так, бегом, 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 бегом. Вау, вагонетка, сюрпризами. Мы здесь нафиг были. Так что, ну, в жопу эту шахту и валим в холм. Всё, так, да. Палки сюда, булыжник сюда, делаем рычаги. Крафтим. Ой, крафтим. Мы уже скрафтили. Включаем, да. Advanced Garimans. Так, стендик потом поставим. Надо его сбросить сюда. Да, в общем, все сюда сейчас бросим. Мне тут пока неохота разгребать. Что-то лень. Так. Значит, раз ты лучший голем, значит, у тебя должна быть... Ну, чтобы какая-то... Уровень крайера у тебя должна быть. Так, что ж творится-то? Так. Ну, я думаю, пойдет. Так. А, понятно все. Зрение тебе тоже не надо, ты слепой. А нужны ли тебе мозги? Возможно. Думаю, книжки. Мотус возьмем. Книжки возьмем.
Значит, мотус. Так, и книги. Книги не надо. А, значит, где наши все лодки? У нас было дофига лодок, по-моему, все в рюкзаке. Ля-ля-ля-ля-ля, нету. Быть такое не может, мы все потратили. Так, там. Так, значит, лодок больше нету. Значит, вот эти-то изучаем. Ага. Появляются еще какие-то неизвестные нам аспекты. Ага, это железный голем. Он нас должен защищать. Если я не ошибаюсь. Да. Так оно есть. Ох, нифига. Что же еще должно быть? Должно быть, наверное, обмен. Обмен. Который у нас нету. Окей, заберем отсюда вам. А, нет, он не нужен. То есть, это круто. Адвансед Галиманси, блин, эта тварь находится вот здесь. Которая не изучается. У меня никак. Вот она. Эта тварь, Адвансед Галиманси. А давайте тогда посмотрим. В ней. Адвансед Галиманси. Это Iron Golem. Advanced Stone. Iron Golem. Вот этот. По-моему, надо на E нажать. Ой, на R. Или на F. Блин, они же как-то показывают, что они делались как-то. Окей, железный голем, блин. О. Душа. Попробуем сейчас. Душа. Душа. Да, это душа. И последний еда. Все ясно, понятно. Берем еду. Куда столько свинин, без понятия. И забираем. Да, мы изучили его. Но бур по-прежнему не моргает. То есть нам надо дальше изучать. Идем далее тогда. А, Wand of Fire? И... Это я, молодчинка такая. Так, заберем всякие долбанные луки. Не будем их специально чинить. Нам аспекты все-таки нужны. А тут они прям целые есть. Итак, значит. Wand of Fire. Это жезл огня. Наносит урон. Я без понятия, что еще надо. Модус не надо. А вот здесь надо модус. Модус. Кстати, они цветом похожи. Но ID у них разный. Окей. Я без понятия, что это там. Изучение. Клей Голем Воркер. Я же знаю, что у меня есть где-то. Какого черта тебя опять изучаю? Ну, пошел нафиг. Клей Голем Воркер. Ставим. Значит, да, надо мотус, как я понял. И душа нужна. Так. Клей. Земля. Берем. Суем. Кликаем. Изучаем. Так. Да. Так. Ладно, остался Wand of Fire. А, я без понятия, что ему надо, но, по-моему, наверное, нужен ему Redstone. Раз, два. Может, ему там Redstone. Ладно, все это я ставлю на следующую часть, так как часть уже идет очень долго, наверное, порядка так 30-40 минут. Что ж, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, опять же. Ну что ж, с вами был Камикадзе. Всем пока.